всех с победой. Тяжелая игра. Первую игру выиграли. Чуть-чуть где-то подрасслабились. Соперник хорошо сыграл. Главное, выиграли. Можно ли сказать, что эйфория так сыграла после вот 10-0? Что... Да, может быть, где-то чуть-чуть расслабились. Но вовремя собрались. Где-то повезло. Почему такая, ну, можно сказать, жестокость в конце игры началась? Ну, нервы на пределе. 3 игры подряд. То есть, как бы, ну, это нормально. Хоккей.